Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня я хочу вам представить совсем не новый сайт My Paying Ads. Сайт многим из вас знаком, потому что он давно крутится в интернете. Много на всяких ресурсах о нем рекламы. Но почему я решил именно сейчас, перед Новым годом, начать, так сказать, кампанию по этому сайту, станет, думаю, понятно вот с этой страницы. Это Alexa. Вы видите график на Alexa за 6 месяцев. Сам сайт запустился в марте, но, как видим, в начале на него трафика не было как такового, и потом он резко пошел вверх. Резко пошел вверх, и как у нас принято под Новый год ни в какие проекты не входить, потому что, ну, Новый год на носу. Но, как видите, здесь на первом месте Индия, для которой Новый год совсем не Новый год, наш Новый год. Марокко то же самое. Для них не Новый год, для этих стран. Они работают стабильно. Дальше уже идут, ну, христианские страны, будем говорить так. И здесь Россия только-только пятое место занимает среди этих стран. Именно поэтому, вот, исходя из этих двух факторов, что сайт, будем говорить так, всесезонный. То есть, когда у нас Новый год, эти страны работают вовсю. Поэтому стоит сюда при желании зайти и сейчас. А это желание, думаю, у вас возникнет так же, как и у меня. Вот почему. Этот сайт, вот поиск Гугла, официальный сайт, компания, которая предоставляет поддержку всякие программы и так далее по маркетингу, интернет-маркетингу. Ее адрес, находится она в Филиппинах, телефон, все официально, все в порядке, скажем так. Основателем вот этого сайта является вот этот человек. Вот он. Мы все его видим, извините, конечно. Но он по специальности инженер-механик по образованию. Зовут его Налам Сатьянараяна. Но он предпочитает, чтобы к нему обращались Удай. Здесь он объясняет свое решение заняться именно, запустить этот сайт, двумя обстоятельствами. Первое из которых, что он не хочет иметь босса над головой, серьезно подчеркивает, что это он вполне серьезно. И второе обстоятельство, что его сын нуждается в определенном, ну, уходе отношений. Ну, скорее всего, это связано с болезнью, я так думаю, не могу сказать точно. Ну вот он, этот человек, не скрывается, очень-очень активен на Фейсбуке, всегда почти доступен. Есть официальная группа Фейсбука этого сайта. Вот она, вы можете по ней перейти, в эту группу. И достаточно сказать, что из 100 тысяч участников, 102 тысячи, около 34 тысяч участников только состоят в этой группе. Из моих друзей там человек 8. С некоторыми из них я переписывался, спрашивал об этом сайте. У всех отзывы положительные. Кроме того, что на самой группе можно прочитать на стене. Итак, что самое-самое привлекательное в этом сайте?
В этом сайте, вот когда мы посмотрим на планы, тарифные планы, они начинаются с $1 и заканчиваются пакетами по $50. Стоят пакеты от 1 до $50. И 10 групп, так называемых. Здесь маркетинг таким образом устроен. Ну и здесь, соответственно, процентные ставки. Процент дохода. Но самое главное и такое обычно есть на других сайтах. Ну, я могу привести пример того же в конце это StartRefShare, например, да, вот у нас был StartRefShare. У него тоже были определенные ограничения по переходу из групп в группы, и как только чуть-чуть у него не заладилось вот в этих пакетных планах, вот они, что нам надо иметь столько-то, чтобы перейти, столько-то, он сразу начал загребать деньги, то есть все ограничения снял и вперед. И сейчас, если кто работает, знает, что там проблемы у него. На этом сайте в течение 6 месяцев активной работы, именно активной, с того времени, когда уже началась активная работа, этого не происходило и не будет происходить. Как говорит владелец, вот этот человек, он именно разработал эту систему для того, чтобы люди равномерно могли зарабатывать на этом сайте, начиная с людей с ограниченными возможностями финансовыми, так и у которых много денег. Но плюс к этому, что еще здесь предусмотрено? Доход распределяется. Вот, кто работал, внимание обратите, что на этом сайте как. Доход определяется внутри этой группы. Еще раз. Весь доход распределяется по внутри одной группы. То есть за счет вот этой бедной, скажем так, да, за счет бедной группы не будут подкармливаться богатые. Вся сумма, которая накапливается в этой группе, она в ней и распределяется. В этой группе распределяется именно в этой, во второй, в третьей, четвертой и так далее. Это очень, очень важный момент для таких сайтов. Рефшер сайтов полно в интернете, и за этим я присматриваю уже давно. И к чести админа надо сказать, что он придерживается этого. Второй сдерживающий фактор. В каждой группе не более 200 пакетов. Вот здесь об этом пишется. Это правило тоже он не отменял за все время. И отменять не собирается. В каждой группе по 200 пакетов. Не более. Только на 10 группе, на самой богатой, 2000 пакетов. Даже в этом случае есть ограничение в 2000 пакетов. То есть, если переводим в деньги, это $10 000, да, получается? Нет, 100 тысяч вложения. Да, 100 тысяч. То есть, даже вот на самой богатой группе все равно есть ограничения. И есть ограничения по выводу. По выводу единственное, что я еще не до конца выяснил, $500 максимально в день. По-моему, сейчас это стало 750 максимальный вывод в день на человека. Но это тоже, говорю, непроверенная информация. Даже если, потому что я тоже только что зарегистрировался, чтобы начать работу, именно работу. То есть, даже если это $750 в день, все равно это, опять же, оставляет деньги в проекте. Не дает им отсюда уплывать резко. Минимум на вывод $5.
Что еще было в истории этого сайта? Значит, PayPal, как обычно, заряжал два раза, по-моему. Ну, два раза я помню, а если было больше, не знаю. Два раза свои проверки. Естественно, в этот период счет замораживался. И админ сразу же всем желающим, кто хотел вывести деньги, разрешил выводить деньги на другой процессор. То есть выводы не останавливал. Он выплачивал им с других процессоров на основании обращений, чтобы иметь основания в дальнейшем на PayPal не выплачивать им определенные суммы. То есть он сорганизовал все это так, чтобы желающие могли получать свои деньги даже в отсутствии PayPal. Это тоже он сделал, я это говорю, два раза я видел. Ну, проверки PayPal — это обычное дело. Ну, это многим, и мне в том числе, нравится. Это проверка сайта. Ну вот, пожалуй, и все хвалебные оды в адрес этого человека, этого инженера-механика с Филиппин. И давайте посмотрим, как же здесь регистрироваться. Я не буду в одном ролике вмещать все, как по кабинетам, пробежку и так далее, потому что здесь надо хорошо разобраться, чтобы иметь нормальный заработок, стабильный. Итак, переходя по ссылке под этим видео, или если не хотите быть в моей команде, очищаем куки кэши, набираем MyPayingGods, попадаем на этот сайт и нажимаем на кнопочку «Регистр». После нажатия на кнопочку «Регистр» вы попадаете на страницу регистрации, которая выглядит вот таким вот образом. Давайте я сейчас ее немножко увеличу. Вот так нормально. Вот она, страница регистрации. Вот все основные поля, которые нам необходимо заполнять. Итак, здесь будет имя вашего пригласителя. Здесь имя, фамилия. Здесь email адрес. Email адрес Gmail-овский или Яндекс. Пожалуйста, не надо другие почты и почтовые ящики регистрировать на этом сайте. Так, здесь у вас будет username. Я здесь записал сейчас пароль. Еще раз, ребята и девчата. Ну, может быть, у вас такой username, ну, логин. Но я, чтобы вам было видно, каким образом должен выглядеть пароль, записал его здесь. В пароле должен быть один какой-нибудь знак. Ну, я поставил знак больше. Можно вопросительный, можно дробный знак. То есть не буква и не цифра. Одна должна быть, присутствовать обязательно. Вот это вот в этом объяснении написано. Одна заглавная буква должна быть обязательно. Обязательно заглавная буква должна быть. Должна быть цифра. Цифра какая-нибудь, хотя бы одна. От 1 до 5 цифр. И весь пароль должен состоять от 8 до 15 знаков. Ну, приблизительно он должен выглядеть вот так. Думаю, всем понятно, да? На самом деле, вот это пароль, а не логин. Он должен записываться вот здесь и повторяться вот здесь, в этих двух строках. Далее, в этом выпадающем списке выбираем страну, в которой вы проживаете. В этом поле, где адрес, ну, лучше, конечно, писать в международно принятом формате, то есть сначала квартира, потом дом,
потом улица, потом город. Хотя город, по-моему, здесь писать и не обязательно. Просто адрес. Телефонный номер не с плюсом, а с нулем в начале международного кода. С плюсом не принимается. Надо с нулем писать. Здесь вставляем вот эту копчу. Если у вас заняло какое-то определенное время, или даже если вы быстренько все это сделали, лучше всего освежить вот эту копчу и записать ее вот здесь, в этой графе. Проставить галочку и нажать на кнопку Sign Up. И здесь, еще раз, пожалуйста, внимательно, вам на почту не придет письмо с подтверждением. И вообще в нескольких местах на этом сайте есть такое вот предупреждение, что мы никогда вам не будем посылать никаких писем с просьбой подтвердить то или иное, будь то ваш адрес, будь то ваш пароль, будь то что бы то ни было. То есть все письма, приходящие от имени админа этого сайта с просьбой перейти по какой-либо ссылке и что-нибудь подтвердить, это фишинг. Никогда не переходите по этим ссылкам, по этим линкам. Еще раз, админ никогда не будет посылать никаких писем с просьбой подтвердить что-либо. И вашу регистрацию, естественно, тоже подтверждение для этого не требуется. После регистрации появится надпись, что ваш аккаунт создан, и вы вот с этих двух строчек введете свой юзернейм и свой пароль, войдете в кабинет. Обзор кабинета и основные функции будут рассмотрены в отдельном ролике. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.